наушники все-таки не самое удобное устройство, блин. Легко отсоединяется, а присоединить потом бывает трудновато. Ну ладно. Я мог бы, конечно, и без нее, но мне кажется, так веселее. Ой, после 17 лет. Зачем она решила показаться именно сейчас? Потому что случилось кое-что, что заставило ее выбраться из своего убежища. Что случилось? Ну... Что случилось? Невозможно. Землетрясение! Блин, она не договорила, ей не дали. Да, икона. Если что, она не моя. Ну, Иван, час суда — это своеобразная передача. У нас здесь идеалистический адвокат, он защищает только невиновных. А не двигался, потому что у меня отсоединилась вебка. А что Twitch? Twitch перестал показывать? А, нет, он подгрузки делает. Ну это поправимо. Да. Опять же, если я становлюсь близко к камере очень, это значит, что я проверяю второй экран. О мой боже, внутренний храм. Такие толчки могут... Внутренний храм. Священная пещера в тренировочном зале. Вполне может... Ее вполне может завалить. Что? Ну как бы да, когда трясет, могут камни посыпаться, ее завалят. Я надеюсь, этого не произойдет. Если там действительно наши помощницы. Похоже, прошло. Но мы не можем здесь стоять и ничего не делать. Пошли. Что? Куда? Во внутренний храм, конечно. Куда же еще? Сестра Бикини. Мы позже закончим этот разговор, хорошо? Конечно. Бегите. Люди могли пострадать. Я должна подготовить первую помощь. За мной Феникс. Нет, пошли, Феникс Райт. Они не помешают тебе пройти, покуда я с тобой. Спасибо. Прямо сейчас у меня самые худшие ощущения. У нас только что произошло землетрясение. Интересно, все ли с ним в порядке? Ну да, кстати, еще один персонаж, Майлз Эдвардс, боится землетрясений, потому что во время землетрясения умер его отец. Правда, не от землетрясения. Вы выглядите обеспокоенным. Вы думаете о Майлзе Эдвардсе? Ну же, пошли. Мы должны поспешить во внутренний храм и... Райт! А? Что ты здесь делаешь? А. Как я мог? Как ты ожидаешь, что мы поймем, если ты не говоришь? Ой. Эй, а почему ты стягаешь меня? Она пропала. Нет, ее нет. Нет! Подсудимая, Ирис. Она... Ее нет. В каком смысле нет? Она сбежала. Что? Значит, это произошло именно сейчас, во время... Довольно легко обнаружить единственную уязвимость Эдварда. Его страх землетрясений. Мне не стоило сопровождать ее в одиночку.
Как только земля затряслась, у меня потемнело перед глазами. Я так глупо потерял сознание. Тот инцидент преследует тебя до сих пор, да? Это не оправдание упускать подозреваемую. Не могу поверить, что я это допустил. Райт. Местность возле внутреннего храма — это тупик. Значит, она могла сбежать только сюда. Мы ее не видели. Во время землетрясения молния? Да вроде нет. Не надо плакать. В общем, последняя фраза была о том, что мы не видели подозреваемую, хотя, по идее, кроме как сюда, ей бежать больше некуда было, потому что там обрыв. Что ж, мы должны начать розыск прямо... Да, мы должны начать розыск прямо сейчас и обыскать Орлиную гору сверху донизу. Погоди, Эджвард. Ты действительно уже проверил внутренний храм? Не будь смешным, с чего бы мне? Внутренний храм как остров. Невозможно его... Невозможно сбежать оттуда, не пересеча... Нет, я не об этом. Ирис не так, кто станет сбегать, Эдвард. О чем ты говоришь? Сестра Беккини упомянула кое-что, когда мы говорили с ней. Она сказала, что священную пещеру могло засыпать из-за землетрясения. То есть, ты думаешь, Ирис могла пойти во внутренний храм, чтобы проверить ситуацию? Послушай, Эдвард, я уверен, она во внутреннем храме. Розыск не нужен. Райт. Давай не будем больше тратить время. Мы должны отправиться в тренировочный зал прямо сейчас. Хорошо, пошли. 9 февраля, внутренний храм. Тренировочный зал. К счастью, священную пещеру не засыпало. Но то, что мы нашли, было совершенно неожиданно. Как это возможно? Еще больше замков. Что это все значит? Да, когда мы здесь были в прошлый раз, там был всего один замок на двери, а теперь я не успел посчитать штук 6, наверное. Ирис? По-моему, кто-то очень не хочет, чтобы мы туда попали. По какой-то причине. Ирис, пожалуйста, скажи мне. Что вообще происходит? Продолжение следует, ух ты. Какой глифтхангер мощный. Ну, Алиса, она непростая женщина. Добиться ее внимания не всегда легко. Так, ладно. В любом случае, продолжаем. 9 февраля, внутренний храм. Тренировочный зал. Райт, это то, о чем думал Гадот? Да. Хитрые замки. Или нет, как это? Замки с секретом, наверное. Ну что, Ширис, пожалуйста, убери их все. Мистер Эдвард, я боюсь, я не могу. Это невозможно. Что? Во время землетрясения, когда пещеру могло вот-вот засыпать, Ирис сбежала. И я также знаю, что в тот момент на двери был всего лишь один замок. То есть ты хочешь сказать, что не можешь открыть эти новые замки? Да. Если бы только я был сильнее. Эдвард,
Как ты себя чувствуешь? Ты немного побледнел. Я бы не сказал, что его цвет сильно уж изменился, но ладно. Кто бы говорил зеленолицый? Майлз Эдвардс. Иди и подыши немного воздухом. А я прослежу за подозреваемой. Ты должен прийти в себя. Не будь смешной, я... в идеальном состоянии. Невозможно представить, какие ошибки ты можешь допустить в своем нынешнем состоянии. Иди отдохни. Это твоя единственная забота сейчас, Майлз Эдвардс. Понимаю. Я разберусь с расследованием в саду. А ты позаботься здесь о происходящем. Да. По крайней мере, на Твиче его господство, похоже, безгранично. Я, кстати, по-моему, попробовал ребутнуть трансляцию Твича, но что-то она никак. Да, кстати, все-таки я буду очень признателен, если вы поставите по трансляции плюсы. Эдвард. Он настолько горд, что, наверное, плачет в саду. В уголке сада. Гордыня — еще одна ловушка, которая подстерегает нас в наших жизнях. Таким образом, нужно иметь большую гордость, чтобы быть эффективным в своей работе. Тем не менее, я думаю, именно здесь наши пути расходятся, Феникс Райт. Я останусь здесь и прослежу, смогу ли я помочь с раскрытием этих пазлов. Я вижу. Ну что ж, спасибо за помощь. Ну а теперь... Ты не против, если я у тебя спрошу пару вещей, Ирис? Нет, совсем нет. Так, сохранимся. Понятно, все по-прежнему. Ну, поговорим. Побег, хитрый замок, ночь преступления, побег. Почему ты сбежала, Ирис? Я... мне жаль. Я слышала, как внутренний храм трясло сильным землетрясением. И я очень беспокоилась. Я должна была пойти и посмотреть. Другими словами, вы не бежали, чтобы скрыться от закона. По крайней мере, с этим мы разобрались. Не могу вам сказать, как я была счастлива увидеть, что со священной пещерой все в порядке, но... Но что? Когда я увидела здесь эти цепи... Я увидела все дополнительные замки, которые закрывают дверь священной пещеры и... Знаете, это все-таки довольно подло, то есть вот, допустим, что тут происходило, да? Тут типа медиумы учились призывать духов, вот, и по ночам они должны были, ну я не знаю, как-то тренироваться, медитировать в этой пещере, да, и типа старшие монахи их там запирали, и следили, чтобы, ну, все шло нормально, типа, при этом они могли и уйти, но и запирали их на такой замок, это как подло получается, то есть если реально землетрясение, все вот-вот обвалится, но при этом они не могли оттуда сбежать, потому что там этот идиотский замок, и вдобавок, я не знаю, видимо, когда его пытаешься открыть, или что он себя дублирует. Хотя, на самом деле, я думаю, она просто играет в добренькую, а на самом деле понавешала тут дополнительных цепей и замков. Кто во имя всего святого стал бы такое делать? Эти хитрые замки являются священным сокровищем кюрейнской традиции. Есть сотни способов их установить.
Именно поэтому лишь человек, который их устанавливает, способен их открыть. И не вы их установили. Не думаю, что это так просто, Франциско фон Карма. Когда мы здесь были первый раз, здесь был всего один замок. Но теперь, каким-то образом, их уже пять. Да, возможно, они все-таки размножаются делением микроба. Или тот замечательный дядя в смешных очках, который делал вид, что пытается их открыть, на самом деле хотел запереть еще сильнее эту дверь. И, как всегда, нас жестоко надул. Ой, ладно, что там на Твиче? Все по-прежнему, да? Твич такой Твич. Что это значит? Значит, Андрей надолго ушел. А может и нет. Пожалуй, открою еще одну вкладку ВКонтакта на всякий случай. Понятно, все, ладно. Возвращаемся к стриму. Так. Это означает, что кто-то хотел спрятать это место... Нет. Оградить это место еще сильнее. И они хотели это сделать до того, как ты сюда попадешь, Ирис. Вероятно, потому что они хотели убедиться, что Майя не выберется. Это означает, что Ирис может отпереть лишь один из замков. Первый. Да. Верно. Ну блин, открой хотя бы первый тогда. И хватит тут стоять еще, как это, хлопать на нас глазками. Что? Ирис. Попытайся подумать, пожалуйста. Здесь есть какой-нибудь обходной путь? Ну, как я уже и сказала, есть сотни разных способов установить эти замки. Я думаю, если я испробую все комбинации на каждом из них, я смогу их убрать. Но... Это займет время, да? Да. Около дня, я полагаю. Целый день? Ну что ж, это все равно лучше, чем оставлять эти замки здесь. Ты это для нас сделаешь? Конечно. Я сделаю все, что смогу. Нам придется ждать еще день. Держись, Майя. Тебе придется напрячь все свои внутренние силы теперь. Ночь преступления. Знаешь что, Ирис? Все еще есть одна вещь, которая меня беспокоит. И что же это может быть в Феникс Райт? Я думаю, это очевидно. Ирис, в ночь убийства, где ты была? Пожалуйста, Ирис, не смотри на меня так. Ты сказала нам, что была в своей комнате в храме Хазакура во время инцидента. Но в тот же вечер тебя видели во внутреннем храме. И затем... Тебя заметили на месте преступления в храме Хазакура. Была замечена сразу в храме Хазакура и во внутреннем храме. Это как если бы ты... Ну, Ирис, пришло время тебе рассказать нам правду. Я это знал. Есть что-то, чего мы не знаем в происходящем. Ну, давайте посмотрим, сможем ли мы что-нибудь сделать сейчас. Или нам придется еще бродить по округе. Скорее всего, второе, наверное. Но попытаться надо.
Получай. Ночь преступления. Я думаю, пришло время тебе рассказать нам правду о том, куда ты ходил этой ночью. Нет, стоп. О том, что ты делал этой ночью. Ты утверждаешь, что была в своей комнате в храме Хазакура все время. Ты все еще настаиваешь, что это правда? Да. Именно там я и была. Ирис, я верю, что ты невиновна. Вот почему я хочу верить в то, что ты мне говоришь, но я не могу. Потому что этот человек видел тебя где-то еще во время убийства. Так. Получай. Да. Смотрю, чат пару раз дисконнектнуло. Ну, Ирис? Я верю тебе, так что ты тоже должна мне поверить. Но, мистер Райт, я не могу. Почему нет? Я не могу доверять такому случайному бреду. Это не имеет смысла. Подождите. Он же утверждал, что он ее видел у моста. Ладно. Да, вот теперь правильно. Я говорю о сестре Бикини, конечно. Сестра Бикини. Ее показания в сегодняшнем суде ясно разъяснили одну вещь. А точнее, были ее показания в сегодняшнем суде были весьма четкими. Вот. Той ночью я помогала ученице с ее тренировкой во внутреннем храме, но, как вы можете видеть, моя спина меня часто подводит, жестоко. Так что я оставила Ирис помогать ученице и вернулась в храм Хазакура. Сестра Бикини не просто тебя видела, она с тобой говорила. Вы говорили о тренировке Майи той ночью. Так что видишь, Ирис... Ты была во внутреннем храме в ночь убийства. Это очень впечатляет, мистер Райт. Настоящая тренировка ученицы была после 10 ночи, вечера. Я рано покинула главный зал, чтобы не опоздать. Во сколько это было? Дай подумать. Занимает где-то 20 минут пройти отсюда до... Занимает где-то 20 минут пройти от главного зала до внутреннего храма. Так что... Я не уходила до 9:40, я думаю. Прости, Ирис, но ложь тебе не идет. А? Ты говоришь, что оставила главный зал в 9:40. Но то, что ты говоришь, не совпадает с этим. С чем именно? Так. Ой. Фото жертвы, то есть фото места преступления, фото следов, картинка Ларри, кристальная сфера, талисман. Так, надо подумать. Мне кажется, либо показания, либо... либо фото следов. Если, конечно, я ничего не перепутал.
Так.